известие, Павел Бедняков выделить главное президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Китае, подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Обмен подарками был совершен накануне вечером, 8 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об оригинальном презенте Путина. Он отметил, что китайская сторона должна выбрать место для бани, а российские специалисты установят ее, передают ТАСС. Сообщается, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками Си Цзиньпину показали эскиз бани, а также спил дерево. Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин приготовили галбули – блюда, похожие на пельмени. Российский лидер также отведал фаршированные мясом и овощами блины, которые считаются традиционной утренней едой во многих городах Китая. Российский лидер 8 июня прибыл в Китай с трехдневным визитом для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, ШОС, в городе Циндао.